вообще. Татьяна Мукина начала увлекаться музыкой еще в детском саду. Девушка закончила музыкальную школу по классу фортепиано и на каждом семейном празднике радовала родных своей игрой. 10 лет назад Таня попала в страшную аварию. Автомобиль на высокой скорости врезался в столб. С тех пор девушка прикована к инвалидному креслу и не может вспомнить, как играть на фортепиано. Но руки, признается Таня, помнят одно произведение. Это мамин украинская народная песня. Мамина любимая, я еще в садике ее играла. И помню садика почему-то. Таня получила черепно-мозговую травму. Месяц она провела в коме. После еще 4 недели лечилась в детской краевой больнице. Сейчас у Тани первая группа инвалидности. Врачи поставили диагноз – мозжечковая дизартрия. У девушки замедленная речь. Кроме того, она не может держать равновесие. Чаще она передвигается в инвалидной коляске, потому что ходить без опоры не может. Все эти годы семья посещала различные реабилитационные центры. Направление, рассказывает мама, сначала выписывали бесплатно. Но в 2013 году квота от Минздрава закончилась. 2013 года я ее каждый год, мы в течение года копим деньги, и я ее возила 3 раза на учум. Мы там были по 10 дней, потому что на больше денег не хватало. И ездили 3 раза в Северобайкальск. Татьяна Мукина прошла уже десятки курсов реабилитации, но ходить самостоятельно по-прежнему не получается. Семья не теряет надежды. В этом году им порекомендовали посетить один из столичных реабилитационных центров. Мукины уже отправили все медицинские документы, и московские врачи согласились принять Татьяну. Мы ходили к Дролюку, профессору, на прием. Он сказал, да, вам необходимо это лечение. Справку он выдал, что да, нам это лечение надо. Возможно, после этого лечения она сможет держать равновесие. Она не ходит только потому, что она не держит вообще равновесие. Правда, курс платный. За 21 день необходимо заплатить 262,5 тысячи рублей. Девушку уже ждут специалисты. Но у Мукиных таких денег нет. Они обращались в Министерство здравоохранения. Но там ответили, что не могут оплатить такой счет. В социальной защите выделили только 10 тысяч рублей. Если вы готовы помочь Татьяне, то можно связаться с родителями. Они предоставят все документы. Екатерина Деревянко, Михаил Ткачук, Афонтово новости.